день. Меня зовут Вера Геннадьевна Боровикова, я из Иркутска. Вот меня интересует вопрос о вегетарианстве, потому что существуют разные мнения. Одни говорят, что это очень полезно, а другие говорят, что это может плохо кончиться из-за отсутствия белка и по разным другим причинам. Так все-таки вегетарианство – это польза или вред?